Меньше платить нашим футболистам, меньше. Чтобы бегали быстрее. Вот. Вот я в этом смысле, понимаешь? Что такие бабки получают, извините, конечно. Говорит, не считайте бабки в чужих карманах. Ну, я не считаю, но... Ну, ладно, уберем бабки. Бабки мы убрали. Уберем бабки, скажут. Вот он, бабки. Хотя это тоже, мне кажется, нормально, правильно? Насчет это. Нашим футболистам, говорит, бегать надо быстрее. Не успевают они за другими. Хотя немцы не так уж и бегают. Но они какие тактики. Да? У них какие, понимаешь, комбинации на поле. Вроде и не так быстро бегут. Вроде-то один другому, третьему передали, да, раз, забили красиво. Там носится вокруг, там, не знаю, Бразилии, вокруг не так бегает вот так. А еще тын-тын-тын-тын-тын. Один другому передал, забили гол. Красиво, прекрасно. Поэтому, значит, что не хватает нашим футболистам? Не хватает рассчитать, понимаешь ли, математически, тактически, все вот это вот на поле, как нужно бороться, как нужно сражаться, как нужно играть. Но и в то же время и бегать уметь тоже, наверное, быстрее. Я уже, наверное, может быть, набыл другого тренера. Не знаю. Да они сами не знают. Понимаешь?